Здорово, ребят, с вами, как всегда, Джембо Макс. И да, я купил на Xbox One CSGO. Да, возможно, вы посчитаете меня извращенцем, но мне реально стало интересно, каково это играть в CS на Xbox One. Если кто-то не знает, то эту игру нельзя купить через консоль, нельзя купить через Microsoft Store, но можно купить ее путем через сайт. Это делается очень легко, просто заходите на сайт, нажимаете «Купить» и вауля, оно у вас все-таки появляется в Microsoft Store. Купил ее, кстати, за 600 рублей, и сейчас, в принципе, посмотрим, каково это играть в CSGO на Xbox One. Погнали! Но перед началом ролика хотел бы вам посоветовать оформить подписку Combo от команды Mile.ru Group. Если что, эта подписка дает возможность экономить в Макдональдсе, на поездках в сети Mobile, на покупках в Перекрестке, ну а также во многом другом. Но, как по мне, самым главным преимуществом этой подписки является то, что при помощи нее музыка во ВКонтакте совершенно бесплатна, без какой-либо рекламы, и ее можно слушать без проблем офлайн в фоновом режиме. То есть, грубо говоря, в эту подписку входит еще и подписка на музыку ВКонтакте. И с учетом этой подписки выходит даже дешевле, чем вы просто бы покупали подписку на музыку. Если что, по моему промокоду K70233 вы получите офигенную скидку, при помощи которой сможете получить эту подписку всего лишь за 99 рублей на 3 месяца. В общем, если тебе интересна эта подписка и тебе надоела реклама при прослушивании музыки, то вводи мой промокод и получи подписку почти даром. Та-дам! А, если честно, я никогда не думал, что я буду заниматься такой фигней. Да, CS-ка у меня есть на компе, но мне неудобно там играть, поскольку я консольщик. И, видимо, после этого случая я консольщик-извращенец. Мне очень, кстати, сейчас интересно увидеть, играет ли в нее кто-то. Кстати, она даже на русском языке. Вау. Все, короче, мои 600 рублей оправдались. Давайте попробуем быструю игру. Найдет, не найдет. Будет, конечно, обидно, если здесь никто не играет. Да ладно. Довольно-таки быстро нашло, если честно. Кстати, если что, в CSGO я играл крайне мало, поэтому я не знаю карт, я знаю лишь, ну, по сути, оружие и то, что нужно делать. Один чел играет. Неплохо. В принципе, графон здесь неплохой. Да, конечно, наверное, где-то не 720p, даже поменьше, но неплохо. Бот против реального игрока. А, он его прям палит. Ну, слушайте, если я против него буду играть, мне кажется, мне не поздоровится. А может и поздоровится. Да, это консольщики. Не успел зайти, но я уже проиграл. Бывает. Видимо, никто все-таки не играет. О, господи. Если что, я уже подшаманил немножко настроечки, чтобы было комфортно играть. Кстати, целиться, хочу сказать, очень трудно, поскольку здесь вот, походу, нету такого понятия, как мертвая зона. А нет, кстати, он все же играет. О, ничего себе! Вы видали? Вы видали? Ну нахер. Отец. Вы видали, да? Я не успел вышибить реального игрока, как просто закончился матч. Ладно, бывает, давайте попробуем. А, даже одиночная игра с ботами есть. Ну нет, я все-таки профессиональный игрок в колде, поэтому я должен играть с живыми игроками. Давайте классические, обычные. Я хочу на карту Dust попасть. Если вдруг кто-то не знает из вас карту Dust, то вы просто не знаете карту Dust. Да, на одном серваке один чувак, это неплохо. Но мне кажется, что я его сейчас убью, и он опять выйдет, и у меня выкинет сервера. Давайте понаблюдаем за реальным игроком. Где же он? А, вот он. Мне кажется, что он тоже только что купил эту игру. Ну, кстати, в целом она выглядит неплохо. Да, друг. Далеко пойдешь. А, стоп, а почему написано... А, все, блять, я наблюдал за ботом. Я просто его спутал, потому что у него был логотип. Кстати, ностальгия такая у всех аватаров от Xbox 360-го. Кстати, странно, что ботам дают аватарки. Возьмем эмочку. Оп-оп-оп-оп. Ну, покажем, что мы типа профессионалы, хотя это далеко не так. Я на самом деле вот в жизни в CSGO играл... Ой-ой-ой, как лагнуло-то стоп-кадрово. В CSGO играл очень мало. В меня попали? Ничего себе. На изи, кстати, убрал их. Просто на изи. Так, остался один чувак. Он, видимо, живой игрок, поскольку у него есть аватарка. Понятно. Ну, let's go, боты, погнали. Мы должны его одолеть. Будет обидно, если он меня убьет. Да господи, как-то... А, я его убил, да. Профессионал. Передаю Виджилу привет. Недаром мы с тобой играли 2 на 2 в колду. Ну, кстати, если вы, например, профессиональный игрок в колде, вам
а в КС-ке все равно будет сложно. Опа, на 2 на 2, пацаны, пацаны. Как вы здесь поживаете? Блин, мне надо было хотя бы, наверное, бронь купить. А, пофигу. А, у меня бронька уже есть? Странно. Кстати, эту карту я более-менее понимаю, знаю. Даже не знаю, как ее обозначить еще. Да ладно! Пацаны, да я здесь про, оказывается. Ну, знаете, если зайду в ПК, меня там вышибут, я не знаю, наверное, на первых секундах. Да как так-то? Сколько я по нему шмалял-то? В колде бы сразу убил. Я что шастаешь-то? Но я кацанул по нему. Просто профессионал. Кстати, игроков на самом деле играет немного. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, чтобы показать, что я профессионал. Ничего себе. Скот. Так, он близко. Кто это рычит? Вот так вот играть. Клавдютером-то. Изи. Просто изи. Изи. Давайте просто через быструю игру попробуем. Может быть, так найдет больше игроков. Кстати, плюсуйте в чат, если вдруг у вас есть CSGO на Xbox 360 или на Xbox One. О, Dust 2. Неплохо. Если будут еще реальные игроки, вообще будет здорово. Ну, кстати, попадать, блин, в КС-ки вообще очень сложно. Как бы я понимаю, что здесь прицел сделали такой. А, вот так вот. Попались, да? О, здесь уже... О, ничего себе! Раз, два, три, четыре. Четыре игрока. Ну, кстати, очень прикольно сделали, что несмотря на то, что игроков нету, ты все равно можешь поиграть в какую-нибудь кату. Я надеюсь, что кто-то догадается и перейдет к пареньку. Хотя, давайте я перейду, что нет. Не думайте, что я перешел к победителям. Нет, нет, не за это. Просто ради баланса. Кстати, у Гарда было бы сходку замутить такой вот на Xbox One, чтобы поиграть в КС. Да блин, почему он ушел? Просто засранец, реально. Я, блин, хотел ему помочь, а в итоге он ушел. Ладно, мы их все равно растащим. У меня бомба. Так. Вы несете бомбу, я знаю. Поэтому мне капец как сыкотно сейчас. Ладно, я думаю, что они не догадаются, что я здесь. Ой-ой-ой, бегу обратно. Ну, я думаю, капец, как ему снес, нет? Попал ли я по нему вообще? В упор. Просто в... Ну, я чувствую себя тащером. Бомба. Я уже не парюсь насчет этого. Просто по рандому раскидал, на самом деле. Просто... Давайте, я вас жду там же, ребят. Кстати, кто здесь прыгает, тот клавдютер. Давай, вперед. Вперед! Вперед! Я твой начальник. Капец, они там месяца. Ладно. Почему бы нет? Ту-ту-ти. Блин, не убил. О, вот это просто машина! Просто хэдшот. Кстати, таких вот звуков не слышу. А жаль. Кстати, тут есть такая кнопка специальная, которая... Хоп! На 180 градусов. О, у них уже три игрока. Пфф, пацаны, ну я должен показать, что я стою. Против... Блять, вообще потерялся. Что так пугать-то? А, нет, нет, мне нужна граната. Вот так вот. Ить! Профессиональный. Нет никого? Ну ладно. Это был, кстати, игрок. Если рассуждать сейчас, то... Не знаю, эту игру можно купить чисто, чтобы поугарать или поиграть с теми, у кого она есть. Так, ну, панда с нами. Ну, прощай, панда. Тебе здесь делать будет нечего, потому что зашел настоящий тащер. Так, ребята, у нас очень супер секретное задание. Да, let's go, да. Вообще, просто трых это... Если меня этот видос посмотрит... Ай! Ну это был чувак. Ну вы видели, да? Видели? Я надеюсь, что они там же будут. Да ладно, здесь кто-то даже в чате базарит. Hello. Может, ты выстрелишь? А, нифига себе. Вау, я не знал, что можно переключаться. Hello. И это единственное слово, которое знаю по-английски, поэтому сорян, бро. Тикс. Снайперка. Единственный школьник, который сидит, наверное, в CSGO с консоли. Просто в красную книгу его нужно.
Да ешь. Нет, я не хочу проигрывать школьнику. Да. Все, не чморите меня только за это, пожалуйста. Я бы подался, если честно. А, вот так вот. Я что-то, блин, торможу. Есть же такая функция. Когда загасил школьника. Да, да, это чёрт. Давай, 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 вперед, вперед. Ух, какая отбойня. Мне кажется, сейчас пацаны всех прям порешает там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, хорош. Ух. Сейчас подзаряжусь, как я вам надаю. Называется, если вы хотите увидеть, как консольщики играют в CSGO, включайте этот видос и смотрите, как убого играет в Jumbo Max в CS-ку. Шо ты думал, я пальцем сделан? Не. Так, ладно, я за это теперь буду поиграю, а? Как вам такое? А, я один остался, окей. Да ладно, блин! Ну, мне немножко не повезло, ладно. Мне почему-то больше всего кажется, что это все-таки школьник. Так, I'm from Russia, yeah. Куда вот они идут? Гуськом, что, вы меня бросаете, ребята, да? Блинский, блин, нет, я не хочу погибать. А, профессионально, да, я скрылся? Вот так вот, чисто. Просто в упор не могу попасть, серьезно. Но здесь на самом деле вот раскидка вообще жесткая. Давайте возьму теперь гранату, где она осколочная. Вот это, сейчас я покажу. Чё он говорит? Он меня все же убил, засранец. Ладно, я знаю, где он. Да господи, как здесь стрелять-то, ё-моё? Да... Зачем я на него приключился? Мы настраиваемся серьезно. И сразу ему тык! Да ладно, как так-то? Как я не убил никого из гранаты? Я б знал, я прям знал, что они там будут. Ой-ой-ой-ой, беда-беда. Е-бой. Кстати, парень не уходит. Он не уходит. Молодец вообще. Респект ему, напишу ГГ. В конце. Давайте чик-чик-чик-чик-чик. Ну что вы думали, опять же, что я крейсер. Во как! Во, вот оно пошло, вот оно. Стратегия. А вот это был рандом. Который не... А! Засранец. Вот она, нифига себе. Как я луплю. Выходите. Выходите. Вот, слушай, мне вот это нравится. Ну, чуваку отдам респект. Он держался до последнего. Если он русский, он офигеет. Ну, что он точно понял, ГГ ему напишу. Г. Г. Не, ну чувак реально заслуживает, он держался, он не выходил, то есть как те чуваки, вообще красавец. Офигеть, пацаны, он все-таки русский, прикиньте. Капец, вот это прикол. Так, пробуем. Я не понимаю, почему я его не могу найти в сообщениях. Вот, вы видите, в чем странность? И типа я его... Оп, спасибо за игру, ГГ, а сообщений нет. Короче, если что, это реально попался русский... Да, да, слышу, ей, я просто... Не, на самом деле, я реально удивлен тому, что в эту игру все еще играют, и даже один русский школьник играет в эту игру. Я вообще был в шоке, что он русский. Сначала я не понял, что он, потому что он hello, 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 а чё hello? Я думал, это просто маленький парень с другой стороны. В итоге нет, это наш соотечественник. Вот так вот бывает. Вот, в принципе, сами видели, что эта игра себя представляет. На самом деле, для консоли она более-менее оптимизирована. Да, есть лаги, есть задержка, но, так скажем, она играбельна. То есть, если вы вдруг хотите поиграть
извращаться так же, как я, вы можете ее, в принципе, купить за 600 рублей. И напоминаю, что это сделать можно только через сайт Xbox официального, не через Microsoft Store Xbox. В общем, на этом все. Если вам понравился такой видос, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажимать на колокольчик и напиши в комментариях, в какую бы еще игру ты бы хотел бы посоветовать мне поиграть. Большое спасибо за просмотр, друзья. Большое спасибо тому парню, который попался со мной в CSGO. И до новых встреч!